всех, кто собрался в этом зале, на праздничный концерт 10-го международного фестиваля конкурса искусств «Звезды Пекторали». Звучат фанфары, позывные, в Бердянск все радостно спешат. Певцов, танцоров, музыкантов, сердца здесь в унисон стучат. Они мечту в созвездие собрали. Итак, мы начинаем праздничный концерт. Прощай и здравствуй, звезды Пекторали! Зажигаются рампы, огни в этом праздничном зале. Значит, двери опять нам с тобою открыл Пекторали. Мы участвовать в конкурсе этом с друзьями мечтали. Здравствуй, конкурс, веселой улыбкой встречай фестиваль. Сверкают радугой вновь, все музыканты героями. На сцене мы стоим с тобой. Дорогие друзья, сейчас я с удовольствием приглашаю на эту сцену начальника отдела культуры Бердянского горосполкома Шостака Николая Александровича. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать всех участников прекрасного фестиваля, который уже второй год подряд проходит на берегу прекрасного ласкового Азовского моря в гостеприимном городе Бердянске. Дорогие друзья, позади вас два конкурсных дня. Это переживания, это эмоции, это конкурсный дух. И буквально спустя час награды уже найдут своих победителей. Но сегодня я хотел бы сказать искреннюю благодарность человеку, без которого бы этого праздника в городе Бердянске, скорее всего, не было. Вы, наверное, догадались, я говорю о Коваленко Татьяне Юрьевне, которая с удовольствием хочу пригласить себе на сцену на одну минуточку. Эта прекрасная энергичная женщина в прошлом году первый раз приехала в город Бердянск. И нам очень приятно, что сегодня наши культурные связи растут и крепнут. И поэтому сегодня у меня почетная миссия. От имени по поручению городского головы Бакая Алексея Анатольевича позвольте сказать вам искреннюю благодарность, что концертной площадкой для проведения фестиваля вы выбрали именно город Бердянск. Мы это очень ценим и очень уважаем вас как культурных деятелей. Я думаю, что наши связи будут расти. Всего вам самого доброго, самого наилучшего. Для вас букет.